Обход. Да. Вот, красавчик. Обход. Обход. Да. А, сам бегает. Вот, и обратите внимание, что я ему ставлю ногу, чтобы он перед конусом не нырнул. Да, я понял. Обход. А уже потом, когда он хорошо бегает, обход. Уже как бы без страховки, без ноги. Обход. Хорошо, молодец. Ну-ка, обход. Хорошо, еще пошел. Обход. Хорошо. Обход. Ай, бравушки, молодец. Хорошо. Обход. Ай, хорошо, пошел, пошел, пошел. Обход, да. Обход. Хорошо, обход. Вот, молодец. Хорошо. Обход. Хорошо. Давай, обход. Хорошо. Так как очень многие собаки на улице плохо играют, отвлекаются на все, хотя они могут прекрасно дома играть, то лучше, когда мы работаем и через игру, и через вот это вот держание палочки ради корма. Бери. Обход. Обход. Молодец. Хорошо, отлично. Хорошо. Так, палки бери. Обход. Скорее ко мне. Давай, 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 давай. Вот умный мальчик. Хорошо. Хорошо. Да. Бери. Обход. Ко мне. Скорей сюда. Да, супер. Хорошо. Хорошо. Еще бери. Обход. Скорее ко мне. Да, отлично. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте мне лайк.